Благослови, душе моя, Господа, благословен еси, Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, в четверг, 9 марта, в день воспоминания первого и второго обретения честной главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, за богослужением читается отрывок Евангелия от Матфея, глава 11, стихи со 2 по 15. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. И отвечав Иисус, рече има, шедша возвести-то Иоаннови, я же слышит-то и видит-то, слепи прозирают и кроми и ходят, прокажения очищаются, и гуси и слышат, мертвые восстают и нищие благовествуют, и блажен есть, и жаще не соблазнится мне. Тем же исходящим от начат Иисус народом глаголоте по Иоанне. Часой за дости в пустыню видите, тросли ветром колеблему, но часой за дости видите, человек ли мягкий и заоблаченно, сей же мягкое носящий, да мир царских суть, но часой за дости видите, пророка ли, ей глаголю вам, и лише пророка, сейбо есть, а нем же есть писано, сия посылаю ангелу моего пред лицем твоим, и же уготовит путь твой пред тобою. Аминь, глаголю вам, не восстав рожденных женами боли Иоанна Крестителя, ниже во Царстве Небеснем боли его есть. От ниже Иоанна Крестителя до севе Царствие Небесное нудится, и нужницы восхищают е. Сибо пророцы и закон до Иоанна прорекоша, и аще хочете прияти, то есть или я, хотя и прийти. Имею уши, слышите, да слыши. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. «Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят». Прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне. Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне, что смотреть ходили вы в пустыню, трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы, человека ли одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано. Се, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. Одни же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его,
ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит». Слух обо всех совершенных Господом чудесах достиг учеников Иоанна Крестителя, которые ревниво охраняли славу своего учителя и потому недружелюбно относились к возрастающей славе Христа. Сам предтеча Господень Иоанн находился в то время в темнице Ирода Антипы за порицание сожительства правителя Галилеи со своей племянницей и невесткой Иродиадой. Ученики Иоанна сообщали ему, заключенному в темнице, все, что слышали о Христе и видели сами. Борис Ильич Гладков пишет: «Они, как и все почти евреи того времени, ждали Мессию в блеске земной славы, ждали, что Он провозгласит Себя царем Израилевым, свергнет иго римлян и покорит евреям все народы земли. Между тем Иисус не только не намеревается восстановить царство Израилю, но даже все его учение не согласуется с их представлениями об этом царстве. Следовательно, он, по их мнению, не может быть Мессией». Конечно, они часто беседовали об этом со своим учителем. Несомненно, Иоанн пытался убедить своих учеников в том, что Иисус, которого он крестил в Иордане, действительно является Мессией. Наконец, Иоанн призывает двух своих учеников, чтобы передать им твердую веру в Иисуса как истинного Мессию. Для этого он отправляет их ко Христу с вопросом: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Блаженный Феофилакт замечает: «Не потому, что не знает Христа, спрашивает Иоанн, ибо как он мог не знать того, о котором свидетельствовал, вот Агнец Божий? Но так как ученики его завидовали Христу, то он посылает их, чтобы, видя чудеса, они уверовали, что Христос больше Иоанна». Обратим внимание и на ответ Спасителя. Если бы Христос ответил, что Он – Мессия, то такой ответ был бы в настоящем случае свидетельством Христа о самом себе и показался бы неистинным. Это побудило Спасителя дать непрямой, хотя и вовсе не уклончивый ответ ученикам Иоанна: «Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют». Таким образом, Господь указал на факты. Больные, страдающие и нищие слышали слово Благой Вести и ощутили на себе силу и власть Христа. А значит, сами дела Спасителя говорят за Него. Народ же, услышав вопрос Иоанна, был смущен. Каким образом тот, который высказал столько свидетельств о Христе, теперь сомневается? Зная эти помышления и желая возвеличить Иоанна среди всех пророков, Господь замечает: «Из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его». Ефимий Зигобен, рассуждая об этих словах Спасителя, поясняет: «Меньшим называет самого себя, потому что таким он казался иудеям. Иоанна они считали большим, потому что он с детства удалился в пустыню и проводил необычный образ жизни. Но Христа ставили ниже, так как он вел обычный образ жизни. Меньше же, то есть кажущийся меньшим его, больше его в Царстве Небесном, как не только человек, но и Бог». Конечно, Иоанн Креститель был мудрым и великим пророком, но всегда знал, что главной его задачей было помочь людям встретиться со Христом. Так и каждый из нас, дорогие братья и сестры, призван свидетельствовать о Христе в меру своих сил и талантов, дабы, подобно предтече, быть указателем ко Христу на дороге жизни для всех людей. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, душе моя, Господа, благослови.
Господи.